И вот так доминирование сервисов дорогих закончилось. Сейчас в моде пункты недорогие. Естественно, поэтому все немножко присели. Но вот тот пункт по экспресс-замене масла, который располагается на шоссе Дачное, ну, это выезд в сторону Соленого, он снял определенную проблему для жителей города Магнитогорска, которые выезжают на Банное, ну, по старой дороге, либо для гостей города, которые приезжают обратно со стороны Соленого. Потому что 3 секунды, ну, это я утрирую, конечно, 30 минут, и масло-то поменяли. Причем масло самое дешевое в городе. То есть вопросов нет. Долились, заменились, одновременно посмотрели состояние подвески, если что, ее отремонтируют. Естественно, на улице практически месяц май. Это я только в начале апреля все это снимаю. И время переобуваться. Где переобуваться, что искать? Мы предлагаем вариант с распространенными недорогими колесами, которые вы можете здесь приобрести, причем поставить даже вместе с дисками. А теперь, внимание, шиномонтаж. Если приобрели здесь колеса, это 600 рублей, 4 штуки. Халява! Ну что ж, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Весна, а затем лето вступает в свои такие долгожданные права. И наступило время переобуть свой автомобиль. Проблемка, так сказать. Все сегодня и сейчас ломятся в шиномонтажке, и места там и нет. Предлагаем вариант экономии бензина, то есть средств, нервов, то есть здоровья и времени. Проехаться придется по старой дороге на Банное, на выезд из города. Ну что ж, конец зиме, подкрался, как всегда, незаметно, быстро и скоро. Зима заканчивается, что будем бывать? Да, весна пришла нежданно-негаданно, мы готовы, скажем, принять людей, предложение по шиномонтажу, достаточно интересный, в принципе, у нас, как всегда, все работает, все расходники, все груза, на любые колеса, любые шины, все есть. Естественно, нас смотрят те, кто ездит на Банное, в Озерное и, в общем-то, в Башкирию. Теперь нету смысла куда-то ехать, и все, допустим, ну, распространенный типа размер есть здесь? Да, мы предлагаем, опять же, на летний сезон, дополнительно завезли летнюю шину. Есть у нас как и готовые комплекты, уже полностью собранные, ну, на распространенные, естественно, марки автомобилей. Это на Жигули, на передний, на задний привод, на Део, практически на весь модельный ряд, то есть на все необходимые автомобили. Если даже чего-то нет у нас в наличии, мы всегда готовы привезти это, если у нас это есть на складе, эту шину в течение буквально там дня, может быть, на следующий максимум. А если человек вот только сегодня купил машину, он порадовался, тем более программа утилизации продолжает работать. Вот купил он тазик, вазик хорошенький такой, а забыл купить колесики. И не хотелось бы ему диски параллельно покупать. Есть такая возможность? Да, конечно, мы можем предложить отдельно шину. Опять же, я говорю, если даже нет у нас наличия того, что ему хотелось бы, да, импортный, например, вариант шины, мы ее привезем достаточно быстро, может быть, даже в течение дня. И тут же, соответственно, ее и переобуем. То есть поехали в город за колбасой и одновременно за колесами? Легко. И тут важно понимать, что лучше чуть дальше, зато быстрее. В очереди стоять-то и не надо. Очереди – это прошлый век или места другие. Буквально 10-20 минут, и вы сэкономили час-два. Кстати, до кучи можно тут же и масло поменять, и сделать мелкосрочку, и воздухом более свежим подышать, и нервы не в суете успокоить. Да, и самое главное, реально деньги сэкономить можно здесь же, на шоссе Дачное, что на выезде в сторону озера Соленое из Ленинского района. Тут вот один банк предлагает ипотеку взять и платить всего ничего, 10 тысяч. В смысле, цена одной вещи. Но, правда, ипотеку вы будете платить 30 лет, поэтому сумма там не 10 тысяч абсолютно. Мы предлагаем колеса вам здесь в экспресс-сервисе взять за ту самую искомую сумму. Только не одно колесо, а 4. Вот, пожалуйста, колеса на Deo Nexia вместе с дисками. 11 тысяч с половиной. Пожалуйста, на 14 колеса. На двенашку, ну, в общем, на весь переднеприводный ВАЗ. 14 100. Во, классика. Ну и что подешевле? В смысле, попроще. Не 12-е на 14-х, а обычная восьмерочка. 10-500. Волгу надо обуть. Пожалуйста. 16 050 рублей. На 4 колеса. В общем, ну такие цены, про которые говорить, и одновременно сюда кредит приплетать смысла нету.
И вот оно, доступность называется. Приехали, переобулись, затарились, уехали. И счастье вам, полные, как говорится, помидоры.